Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня я вновь хотел поговорить о проекте IMO Exchange, да, то есть я хотел бы сегодня рассказать вам, что у них имеется. Мобильное приложение, которое вы можете установить на свое мобильное устройство, либо на Android, также поддерживается и на iPhone. Давайте перейдем непосредственно на сайт, я покажу, где его скачать, также расскажу вам, как его установить, что для этого необходимо. Достаточно все легко, у них даже имеется инструкция, но я попробую рассказать вам это все своими словами. Ну что же, вот мы им на сайте, как вы видите, мобильное устройство у нас поддерживается как iPhone, так и Android, вы можете его установить. Достаточно удобное приложение, которым вы можете воспользоваться. Что же здесь такого крутого, да? Ну, во-первых, это, конечно же, то, что платформа нам с вами предоставляет именно более удобный торговый опыт, включая различные типы транзакций, да? То есть это будет достаточно быстро, и быстрое сопоставление всех ордеров, ну и торговлю, конечно же, в один клик. Также это у нас достаточно простая передача ваших любых активов, да, то есть легко переносите именно активы на свой счет, и здесь у нас обзор цифровых активов в реальном времени, то есть вы можете видеть круговую диаграмму, соотношение валют, и все это в приложении. Также здесь различные мультиплеер, да, аккаунты, то есть можно пользоваться не только с одного устройства, но и со многих, да, переносить их именно на другие аккаунты. Далее у нас идет показано, как же это установить, что для этого необходимо. Если, сразу скажу, у меня iPhone, и если у вас также iPhone, вам необходимо разрешить дать, как сказать, доступ именно к этому приложению. Обычно iPhone всегда ругается на новое приложение, да, не дает их установить. Говорит, что это непроверенная какая-то программа. Вам необходимо просто дать доступ. Здесь, кстати, показано, как это сделать. Заходите в настройки своего телефона, выбираете основные, да, и как раз-таки у вас вот будет вот такой Motor Finance Company. Вам необходимо будет разрешить, чтобы пошла установочка у нас. И тогда он установится. Если у вас Android, то вам этого делать не надо, у вас автоматически все установится. То есть вот они, штрих-коды, заходим в наш телефон, включаем камеру, да, сканируем данные штрих-коды, и они автоматически у вас начнут устанавливаться. Я так и установил, да, то есть я установил и на Android, и на iOS. Все прекрасно работает и можно пользоваться. Также можете указать реферальный код, вот этот, да, который здесь у нас показан, да, это код пригласившего. Вам ничего от этого не будет. Регистрация у нас по почте там проходит, да, также по телефону. То есть достаточно легко, быстро и очень удобное приложение, которым, я думаю, вы будете пользоваться. Ну что ж, в описании я оставлю ссылочки как на данное приложение, да, так и на инструкцию, если вы что-то не поняли именно по тому, как сделать это на iPhone, как разрешить и так далее. Ну и, конечно же, на их соцсети. Обязательно подписывайтесь, заходите в их чат Телеграма, чтобы следить за всеми последними обновлениями. Ну что ж, на этом я завершаю свой обзор. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписаться на мой канал, также ставить лайки. Всем пока!